Здравствуйте. Сегодня примерно, памяти нет, 25-е. Примерно это будет ноябрь. Все еще считается осенний месяц. У нас потепление резкое. Сегодня с утра всего минус 9. И вот. И что интересно, вот что меня удивляет, это то, что как не вовремя у меня заказывают саженцы. Вот сейчас эти дни очень комфортно их нарезать, но это мои проблемы, да? Вот. А проблемы у людей сохранять их. Как я каждого учу? Почти каждый спрашивает, а как теперь до весны? А весной такая подлая вещь, когда попадает на почту. Хорошо сейчас бывает, минус за 3-4 дня доходит посылки. А бывает за неделю, в каких-то случаях и за две. Хуже нет, когда перед весной просыпаются саженцы, а черенки, а в саду все еще холодно, бывает даже мороз. А это Россия. Вот и думаете, нет мне попозже, риск. Нет мне сейчас, но я-то себя нарезал сейчас, и у меня они прекрасно сохраняются. Ну, давайте об этом поговорим, еще поговорим. А сейчас небольшой обход сада. Почему? Принцип тот же. А что у нас, ребята, в рюкзаках? А что мы имеем? А что я вам предлагаю для... И почему у меня не тронуто это все? Сейчас покажу. Вот. Ну вот, начнем с этого. Значит, это у меня сорт шалах. Вот. Он почему-то считается армянским, но распространен на Украине. Плоды до 100 и более грамм. Вот. Но у нас как-то не получается такое крупное. По двое все-таки, мне кажется, влияет. Но все равно, учитывая, что они у меня не завязали, не завязаются, видите? Вот что мы сделали с Сергеем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13 веточек срезали, 14, 15. Вот. Пяток я спрятал себе. А мало ли, Украина. А вдруг замерзнут, хотя такого никогда не было. Вот один раз случай был, когда пришлось второй раз ехать за венгеркой богатырской. Росла, давала прекрасные позы, бак замерзла. Ну, со второго раза получилось. Итак. Молодой сорт шалах. Молодой для Сибири. Вот. Серафим. У меня было огромное дерево серафима, давало до 30 ведер, я им так гордился. И догордился. Все-таки уже была не та. Хрупкая уже была древесина. Вот. Он уже вот так рос. Вот так вот. Вот таким образом. И обе ветки рухнули, и даже шансов на восстановление не осталось. Попал под пилу. Теперь вот это дерево. Посмотрите, сколько на нем черенков. Вот. Видите? Это ваши будут. Надеюсь. Вот. Абрикос академик. Я сделал скелетную прививку. Это у меня был абрикос под названием Уньковрани. У него не было той дикой морозостойкости. Даже академик превзошел по его по морозостойкости. В принципе, не поверите. Вот все, что осталось от Ванькова раннего. Середнячок был. Держал его просто для коллекции. Не размножал. Ну и чем кончилось. А скелетная прививка академика дала вариант академика. Вот посмотрите. Видите, сейчас, кстати, внизу, видите, вот то от самой земли. Вот светлая кора. Это манжурский абрикос подвойный вылез. А я хочу его, с него получить крупные плоды. Это моя идея, чуть не сказать, кого. Посмотрим. Это моя идея. Я надеюсь, что он даст крупные плоды. Еще одна. Бывает, но редко. Вот. Еще не система. И тогда... Когда я привил вот это вот академика, вот видите, академик, вот он. Это вот эти вот боковая ветка, и что получил? Правильно, прекрасные просто.
И заметьте, ни один не срезал. Ни один. Почему? А вы так и хорошо берете. Вот цену снижать никогда не снижу. Сильно дорого мне обходится эта обрезка. До инфаркта доводит, когда это дерево начинает болеть. А болеет у него так, смотрите. Вот. Видите? Вот какая-то птица помогала. Древоточцев, жуков искала. Или этих личинок. Вот она, да? Посмотрите, как я обрезаю. Никогда ранных не делаю. Поэтому это дерево каждый год плодоносит. И плодоносит. У него есть свой предел прочности. Видите, написано? Амур. А ветка амура уже мертва. Но я, помните, недавно фильм снимал, я его назвал «Вторая жизнь деревьев». Потому что опять, если не заниматься дурью, если видите, дерево погибает, оставьте его в покое. Оно выбросит вот такую ветку, вот такую, которую ненавидят эти любители. Почему ненавидят? Потому что они считают, что любая, которая позже появляется, любая этот самый волчок, он не нужен, да, волчки не на первый год покрываются, вот как здесь, видите, каждый год, и до самого кончика веток, до самого кончика, видите, здесь у нас до самого кончика плодовое образование, здесь у нас цветы до самых кончиков, а это нет, это у нас обычно, когда появляется вот такой побег, волчок, он на третий год, а ему не дают до 3 лет дожить. Потому что люди такие специалисты, что ни разу не выращивали видеоабрикосы. Вот. И тогда они не знают, что на третий год он все равно зацветет и станет прекрасным деревом. Ну что, идем дальше. Я все время прохожу и не замечаю, что у нас, ребята, тут в рюкзаках. А где у него... А, это венгерка. Поэтому и бирки нет, я их так знаю в лицо. Пойдем дальше. Вот. Абрикос амур. Вот. Еще один. Ладно, посмотрели. Есть ли тут ветки на прирост? Где десяток найдется. Для того, чтобы вам же их продать. Но пока, как видите, даже не подходил к нему секатором. Ну, а что подходить все равно? Это две контрольные ветки срезал и в погреб. Это у меня привычка такая. Когда-то я так спас от уничтожения полного персики. Вот, нищета достала, посрезал ветки. Вот. Они взяли, согласно, зиму погибли. Вот, Украина. Не знаю. Как получилось, что плоды всего 20 грамм? Не понимаю. Вот. Но жду, а вдруг, все-таки. Ну, ждать отсеянца. Ну, где-то были вкусные плоды. Самое главное, у них была невероятнейшая раскраска. Вот. Я такой красоты никогда плодов не видел. Вот. Ну, они, ну, хотя бы 40 грамм. Нет, 20 грамм, 25. Вот, уже были покушения, давай спилим. Я говорю, нет, подождем. Вот. Ну, кого сейчас интересует сеноплодная рябина. Как подвой меня не интересует. Когда-то я на сеноплодную рябину привел эту грушу. С Армении привез, сладчайшую. Получил дубовое. Вот. Ну, эту грушу обходим. Вот это тоже не сбывшаяся надежда. Вот тут уже один пень. И это тоже все долго не проживет. Вот я его пересадил, это было от коллекции Бродского. Вот с косточек растил. Ну, получил мелкие. Ну, ребята, все. Вы мне не дадите сейчас работать. О, еще один. Еще один. Еще один. А где 6-й, 7-й?
Ну ладно, не отвлекайте меня. Итак, начал раздавать, куда мне столько. А два пересадил сюда. Они были самые необычные листья. Больше на сливовые похожи. Ну, вот первое плодоношение. Полное разочарование. Один сразу уничтожил. Перепрививать уже поздно. А другой просто руки не дошли. К сожалению, надо быть жестоким в этом плане. Сколько места занимает? А вот скажите, почему здесь у меня пустое место и ничего не сажу? Вот. Здесь у меня, вот тут я сейчас стал, вот тут самый центр геопатогенной зоны. Вот он до сюда доходит. Вот. Вот края. Вот здесь на краю я посадил все-таки абрикос. И, кстати, только сейчас его заметил. Посадил, он дал два прироста хороших. Ну-ка. Ого, королевский. Вот, вот он такой. А здесь у меня ничего не росло, потому что здесь я погубил много деревьев. Саженцев. Страшная вещь. А если бы я здесь дом поставил? Не вон там, а вот здесь. Прощай, Вася. Ладно, идем дальше. Ребята, не мешайте. Так. Вот это вот у меня тут. Раз. Да, это черный абрикос. Это абрикосы, которые я уже использую для вас. Это новые сорта. Вот вы знаете как? Академик один, другой, третий, четвертый. Разве все разные плоды? Ну что ты будешь делать? И как их уже? Вот так же, как я сыновей манжурца, пронумеровать что ли? Вот. Один я уже переименовал в крупноплодный железово. Потому что он вместо того, чтобы длинного с носом, стал абсолютно круглый. А я виноват. А плоды 100 и более грамм. Ну, пусть будет крупноплодное железово. Может, я заработал себе как-то обесмертить свою фамилию. Все-таки 40 лет коту под хвост не, уж не получилось. Вот. Вот здесь уже повторяться не хочется. Вот. Вот так, да, вот это дерево я переименовал. Оно у меня пока одно. На бирке написано «Лектер». Вот четко «Лектер». Что за «Лектер»? Я в интернет. Нет такого. Вот. Плоды вкуснейшие. А прислал мне его Латинков черенки. Что я сделал? Вот отныне и навсегда это будет память Латинкова. Вот он это заслужил. Вот, скажете, не имею права, а вы не покупайте у вас это, я обращаюсь к ученым. А вы, а кстати, вы и не покупайте, вас это не касается. А разойдется по стране, как память Латинкова, никому не будет обидно. Вы знаете, сейчас переключиться, тут у меня пошло. Я хочу на этом остановиться. Вот, сейчас, может быть, в тепло зайти, подогреться, чтобы подогрелся этот самый. Это аппарат, с которым я фильм снимаю. Ну, уходите, не мешайте, я же вас раздавлю. Вот. Пойдем ко мне, я вам еды привез. Пойдем. Сейчас я сниму еще один фильм. Он будет... Нет, наверное, потом. Мне нужно для этого десятки фотографий. Я только скажу, о чем он пойдет. Это называется... Это называется преамбула. Нет, не получится. Сергей приехал. Сережа, помаши людям, я заканчиваю съемку.